за этой дверью вас ждет совершенно иная жизнь. Доброе утро, дамы и господа, мальчики и девочки. Короче, друзья мои, всем здрасте. Это видео должно было быть снято в момент, когда лежит снег на пляже и море, чтобы это было все красиво. Ну, я понимаю, что большинство из вас сейчас снегом не удивить. Вся Россия завалена снегом, щемит морозы. Но в Крыму это прям событие. Но есть один большой минус. Короче, пока мы собирались, снег уже растаял. Все, зима закончилась. Нашел вот что. Вот видите, вот еще чуть-чуть осталось. А здесь уже все, здесь уже ничего нету. Но тем не менее, пойдемте хоть вам море покажу. Хоть чуть-чуть, хоть море. Пляж грязный. Все, это уже бесснежная зима, это уже грязь. Так-то сегодня на минуточку ночью было -7. По ощущениям, -10. Это вообще редкое событие. Для Крыма это редкое событие. Для всей остальной части России это абсолютно нормальное событие. Вон, сейчас пойдем к пляжу. И я вам покажу море. Вот примерно такой же снег. Вот такой же вот снег. Должен быть вон там он. Но его нету. Ну и чё? Всё, ты замочила ноги? Ты у мамы гений? А, ну вот, кстати, доказательство того, что еще вот снег на горах лежит. Видите, а здесь уже все растаяло. Кто не знает и не помнит, это Танюха. Приветик. Ты что делаешь? Я фотографирую. Холодное море, я потрогала. Очень холодное. Вот еще человек приехал. Тоже, наверное, пофотографировать. Господи, напугал меня. Когда есть камера, когда есть хорошее настроение, когда хочешь подурачиться, и тот контент, который ты хотел снять, уже не снимешь, потому что снег растаял. Но зато я вам могу показать море. Блин, прикольно вот этот вот незабываемый вкус моря. Потрясающе. Я тебе еды нашла. Ламинарий? Какадыши. Какадыши. Не надо вот это вот, не надо. Никаких капусточек. Вот, смотри, как красиво. Так-то ты ноги сейчас промочила уже. Ну, это не страшно. Красиво? Очень. Ну да, кстати, что-то в этом есть. Да, самая лучшая фотография. Вот, Танюх, вот ты вот приехала вот в Крым вот в середине февраля. Да. До этого ты в Крыму зимой еще ни разу не была? Нет. Ну, расскажи, как это? Ну, вообще-то я надеялась на другую погоду. Я думала, что уже будет ранняя весна, будет солнышко, и я буду без шапки. И купальник взяла? Ну, взяла. Не пригодился? А получилось так, что пришлось в теплом флисовом костюмчике, в пуховике, руки, кстати, замерзли уже, с перчатками ходить. Но в любом случае наслаждаться морским воздухом.
А зима в Кемерово и в Крыму чем отличается? Температура. Здесь теплее, чем конечно, там? Конечно. Там сугробы, холодно. И такой ветер, что кажется, что лицо сейчас треснет. Здесь такого нет. Здесь прохладно, свежо, но при этом я не могу сказать, что настолько холодно, что не хочется выходить из дома. Нет. Ну, как бы зима, да, погода такая, природа. Но красиво как. И пахнет вкусно. И нет людей. Для социофобов идеально. Я все съела. Прикольно. Промочила ноги? Да. Хорошо тебе? Уже вода налилась в один сапог. Я чувствую. Я скажу, что съела. А еще будете? Будете еще кормить? Вон какая. Это, скажи, не еда. Ну давай мы обратно поедем. Я так много, нельзя сразу кушать. А где кошки-то? Чё собаки одни? Ну есть, конечно, какой-то шарм, какая-то прелесть ходить по морю, ой, красивому морю и дышать вкусным воздухом, прям таким свежим, легким, солененьким. И не скупаться в нем, а просто созерцать, как что-то прекрасное творение. Сейчас я вам покажу, насколько быстро здесь тает снег. Танюха, сколько вот мы сейчас ходили с тобой по берегу времени? Минут 10, может быть. 10 минут? Да. Помните, я вам показывал на том мостике снег лежал? Сейчас я вам покажу, сколько снега осталось сейчас на этом мостике. А этот мостик всегда тут был? Да. Вот, в принципе, снег, который был на мостике. Чтобы вы понимали, в некоторых моментах уже даже все просохло. Ну, вот такая вот зима. Не успел я сегодня снять идут. Сугробы на фоне моря. Нет. Смотри, нет, нет, нельзя. Ты покушала. Все. Давай, наедай полный рот, и я заберу у тебя мешочек. Нет. Не обижай. Не обижай котов. Все. Тихо! Ты зачем ругаешься? Все. Всем счастья и любви, свежего, чистого воздуха и максимально хорошего настроения. Все? Да. И песня теперь. Та-ти-ра-ли-та-та-та-ти-ра-ти-та-та.